Всем привет! Вы на канале Рецепт от Николаевны. Сегодня я буду готовить мясную брюшину. Такая мясная брюшина хорошо подходит, как мясная нарезка. Значит, брюшины у меня здесь килограмм. Надо будет снять шкурку. Можно готовить с ней и без нее. Первым делом помоем мясо. Обсушить полотенцем. Затем надо будет приготовить маринад. Для маринада нам понадобится головка чеснока, одна большая головочка. Также нам понадобится вот такая вот приправа для шашлыка, одна пачка. Так как мясо у меня килограмм, значит, одна пачка шашлычной приправы. Также сюда паприка 2 столовые ложки, молотый кориандр 1 столовая ложка, соль чайная без горки, перец черный и красный по чайной ложке тоже без горки. И также 2 столовые ложки растительного масла. Значит, первым делом вот это вот мясо, вот посмотрите, сала здесь нету. Вот такие вот классные мясные кусочки. Из них вообще такая мясная нарезка классная получается. Значит, что будем делать? Маслом заливаем. Высыпаем вот этот вот маринад, который приготовили. И все хорошенечко обмажем эти кусочки мяса. Затем оставим мариноваться 5 часов. Затем эти кусочки сложим в рукав для запекания и будем выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Сейчас вот так хорошенечко обмажем наше мясо этим маринадом и оставим на 5 часов мариноваться. Итак, переложили мясо в пакетик для запекания. Сейчас сделаем вот такие вот 4 надреза и отправим этот пакетик в духовку на 50 минут. Итак, достали из духовки наши кусочки вот брюшины, остудили. Затем нарезали порционно, украсили и подали к столу. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!